Приветствую вас, друзья, в этот э, весенний дождливый денек. У нас тут есть больной, но я думаю, что он скоро поправится. Это лучник. Просто как Робин Гуд, мать его, только с бацилкой в одном месте. Кхм. Сегодня охренеть, вы не догадаетесь, чем мы будем заниматься. Мы будем открывать гребаные очки науки. Нам нужно грохнуть одного бизона, чтобы получить очко. Нам нужно грохнуть Мишу. Мы Мишу все еще не видели. И вот с лошадками мы, по-моему, разобрались. Да, лошадка в самом начале грохнул, но что-то как-то запамятовал. У меня такое бывает. Что по рыбе? О! Скоро у нас будет еще одно очко благодаря рыбке. У нас плохо все с ягодками и неплохо уже с фруктами. Фрукты это хорошо. Также у нас пшенички надо собрать 10 и создать муки 10. Мы уже пятерку сделали, но ну, вот с хлебом, ох, нифига, сотка должна быть. Да, это серьезно. Что еще мы можем довести до абсолюта? Это, конечно, еще долговато, палочки тоже. Что? У -у -у. Неплохо. Ну, а все остальное, в принципе, нам пока недоступно. Единственное, только, вот смотрите, у нас тут будут скоро топоры. Ух ты, как классно! 10 э -э, деревянных копий можно создать и тоже очко получить. В общем, короче, как вы понимаете, у нас вот крафтеров, я не очень понимаю, зачем нужно 5 крафтеров. Это, видимо, когда у нас будет огромное поселение. Теннеры один из пяти, мартары то же самое. В общем, короче, давайте замочим бизона и давайте замочим, что у нас тут есть, мишку. Если мишка, конечно, появился. Также нам надо двух волков еще жахнуть. И, в общем, будем, будем посмотреть. Значит, смотрите, нет одежды, нифига себе. А вы мне написали такую интересную штуку, на которую я, по-моему, даже ответил, а, возможно, и не ответил. Короче, здесь есть такая хрень, как лимиты. Лимиты. И можно ими, в общем-то, воспользоваться. Но я, честно говоря, даже не знаю. Мне интересно не самому тыкать вот на эти все производства, но рассказываю, как это происходит. Значит, смотрите: есть 100% лимита, лимита производства какого-то объекта. 100% это все наши люди, не считая детей, насколько я понимаю, потому что детишки не, не умеют вот пользоваться этими штуками. И если мы, например, сделаем все по 100%, и вот здесь я выставлю вот правой кнопкой бесконечное производство, они будут снабжать всеми вот этими вещами, благами, так сказать, цивилизации всех людей, которые есть у нас в лагере, взрослых, я так полагаю. Поэтому единственное только по одежде, смотрите, мы как поступим, одежду я поставлю на, э, допустим, 125%, чтобы, по крайней мере, если к нам придут новые людишки, у них было во что одеться. Вот такая история. Что касается остальных хреновинок, например, топоры можно ограничить 75%. С копьями лучше, наверное, все-таки всех снабдить. Проща. Вообще говно, я ее не понимаю. Хрень какая-то собачья нифига от дамага не наносит. Вообще как? Вот, топоры поставим. Кирки, наверное, не будем пока ставить. В принципе, вот эти все объекты нужны 100%. Ножи мы тоже будем всех ножами снабжать. И гарпун. Ну, гарпун, кстати, не будем вообще пока трогать. Вот, поставлю пока что эти объекты. Потом, если что, изменим. Что придется, не придется. Что у нас, кстати, по песикам? У нас песиков 5, да? Это прекрасно. Точно 5? Точно 5. Если еще 5 будет, у нас еще одно очко приедет. Это у нас кто? Это Айбекс? Это Айбекс. Его, кстати, тоже надо бы грохнуть, потому что, насколько я помню, там надо еще троих завалить, и будет у нас все хорошо. Ты кто? Ты рогатая скотина, и барашек, и все такое. Ну да, со зверями что-то прям какая-то проблема. Я видел комментарии по поводу того, что, возможно, они вымирают. То есть, то есть когда мы переходим на другую эпоху, этих зверей больше не существует. Вот у нас, видите, появился обычный медведь. Обычного медведя мы тоже берем. А это у нас кто? Это у нас носорог. А нам нужен... Нам нужен бизон, по-моему, да? Сейчас я гляну. Да, нам нужен бизон. Дикий, дикий первобытный бизончик. Сейчас будем искать бизончика. Ну, я на самом деле не уверен, что здесь есть такая механика вымирания животных, потому что они, насколько я понял, продолжаются и дальше. Вот это не волки, случаем, это волки. По-моему, там надо было нам еще немного волков грохнуть. Сейчас посмотрим, сколько точно. Да, двоих волков нужно грохнуть. И я, наверное, поставлю на щенков. О, можно захватить. Ну, это да, будут собачки, в принципе. Так что не будем пока их трогать, маленьких. Мы, возможно, их потом захватим. И нам нужны еще какие-нибудь штуки, дрюки, типа бизончиков. Они, я так полагаю, просто наплывами происходят, спаунятся, если можно так сказать, звери. Здесь у нас киски, а это у нас, по-моему, носорог. Да, это носорог, а мне нужен бизон. Ты бизон? Ты не бизон, ты коровка. Так, ну нет, это, конечно, не круто. Я бы хотел, чтобы бизончики. Они, смотрите, все перебрались к этому озеру. Это не наше озеро, мы здесь не живем. Но зверей здесь до хрена. Возможно, их как-то отпугнуло, что я там орудую. Дикие лошади это, конечно, все круто. Это опять же коровки. Это хрюши. И лоси. Где же бизончик-то мне найти? Ты кто? Ты кабанчик? Ты дохлая лошадь. Окей. Вы, ребята, козлики. Опять лошадки, киска. Че, неужели ни одного бизона не осталось? Ну, они, они конечно, появятся как в какой-то момент. Но хотелось бы, чтобы я этот момент не про Е. да. Ну, ладно. Ладно. Живите, размножайтесь. А я пока пойду... Лошадка одинокая бегает. Я пока пойду к нашему поселению. Это Миша. И это тоже Миша. Причем два Миши молодые. Так, это интересно. Ну, слушайте, смотрите, сколько здесь кабанчиков. Лошадки. Ты Айбекс? Ты Айбекс. Ну, я, по-моему, Айбекс это уже завалил. Мамонты у нас тут еще бегают. Но мамонты, это, конечно, хорошо. Они дают много мяса. Вот это, кстати, похоже на... Да, вот этот бизончик-то. Бизончик-то нашли, ребята. Слава тебе, Господи. Мы сразу же на маленького нападаем, потому что его, скорее всего, удастся завалить. Большого-то не факт. Ну и, в принципе, можно возвращаться. Осталось только найти, где я живу. <связь> а, да, это проблема Давайте на гору залезем Еще вопросы были по поводу вот этих птиц Я не могу даже на них, к сожалению, тыкнуть Поэтому, скорее всего, с ними взаимодействовать невозможно По-моему, я там живу, да? Блин, ребята, как вам далеко предоставить свои задницы? Просто трэш Да, вот мое поселение Короче, три озера у нас на карте имеются И это на самом деле плохо Поскольку, поскольку э, Слишком большая карта, это слишком большие переходы Вы кто, ребята? в Айбексы. Да, давайте-ка вот эти тоже все положим. И, наверное, мне есть смысл сейчас начинать охотиться на кого-то, поэтому я, наверное, здесь сейчас поставлю задачу. Задача будет где там? Хант. Хант и вот какой-нибудь... Сейчас попробуем. Ну, скажем, вот такую область я поставлю. И все, кто сюда зайдут, будут, так сказать, подвержены охоте. Поставим сюда, допустим, пятерых людей. И пусть развлекаются. Они, в принципе, будут автоматически генерить нам ты кто? Ты песик? Ты смотри, так не ходи, а то тебя грохну случайно. Вон там уже пошла жара. Еще одно очко зайбексов мы получили, обалденно. Но нам, как вы помните, надо 15, чтобы перейти на следующую эпоху. Да, это серьезно. И дальше опять по 7, да, идут. Эти тоже были по 7. А эти, смотрите, уже по 10. Офигеть, тоже 10, 10, 10. Здесь по 12. Последняя эпоха, это когда мы будем там гидро... пауэр, что? В смысле, электричество? Серьезно. О! И водяная мельница у нас. Я понял. А, ну, гидропауэр это не электричество, это, скорее всего, сила воды. Да. А, мед медвежонка грохнули, бизон атакует. Ребята, вы справитесь? Я надеюсь, что вы справитесь, потому что у него осталось мало этих. Хорош. Хорош, ребята. Мамонтенок здесь у нас и еще один бизончик. Не которого только что грохнули. Ну ладно, в общем, все вроде неплохо. Возвращаемся домой. Я вот здесь живу, да. Итого у нас уже 4 очка. Сейчас идет большая, так сказать, охота. Ребятишки мои будут нападать на всех, кто жрет. Лев атакует. Господи ты боже. Мужик, ты справишься? Ты ни хрена ведь не справишься. Гребаный ты лев. Минус один, ребята, у нас. Хорош, завалил его. Блин, гребаные дикие животные. У нас теперь 27 человек, вместимость 33. По-моему, мне пора строить хижины. Это не хижины. Скорее бы уже новые как-то, да, получить, потому что эти уже как-то поднадоели. Вот и сюда одно. Вот здесь, кстати, костер я убрал, а стоило бы его оставить, наверное. Ну ладно. У нас один вот здесь у склада есть. И один еще, а вот еще один, и вот еще один. Да, по идее здесь надо будет потом еще поставить костерчик, но это дело техники, дело времени. Давайте смотреть, где мы можем еще очки на нафармить. Так, с животными вроде разобрались. Если к нам придут еще сейчас трое, то у нас будет еще плюс три очка. Это значит сколько? Это значит у нас будет семь очков. Блин, а и надо еще столько же. Господи боже. Так, лошадок пятерку надо замочить. Мамонтов четверку надо замочить. Это, кстати, можно устроить. Еще пять львов осталось. Айбексов три. Так, Айбекс, я где-то вас видел. Вы тут, наверное, вряд ли вы далеко ушли. Сказал mm -hmm. я и не увидел их, сука, даже в километре. Да, молодцы, Айбексы. Ливнули как, как боги просто. Вы кто? О, ослы, ребята. По -по Появились ослы. Поэтому на, тебе, тебе и вот тебе тоже. Не знаю, маленьких есть. Да, короче, всех валите, это же ослы. О, а вот это коровка. Коровку мы тоже мочим. В общем, будем сейчас пытаться фармить как каким-то чудесным образом эти чертовые очки. Потому что другого у нас э, варианта нет. Вот сделали закопья, мы получили еще одно очко, теперь у нас их 5. В общем, сейчас вся игра по сути складывается в фарм этих чертовых очков. Чувак спать хочет. В ребята, с командировки наверное только что вернулись, да? Пока вроде бы мы больше ничего не можем строить, да? Есть, о, смотрите, мы можем теперь сделать вот эти вот э, стога сена, я так полагаю. Давайте это сделаем рядом со складами. Вот два здесь, к примеру. И два здесь. Вот таким образом. И давайте посмотрим, есть ли здесь что пособирать. Так. Ну вот, кстати, есть. Давайте побольше как-то сделаем. Это максимальный, да, объем. И сразу троих сюда собирайте, ребятки. М -м, здесь, по-моему, ни хрена нет. Вот это, кстати, грушевое дерево надо бы собрать, ребята А то я что-то про него совсем забыл. Надо здесь тоже поставить маленькое задание. Вот такое вот по сбору. Пусть один человек работает над этим деревом. И давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Вот это вот увеличиваем. Потому что я видел там дерево, вот видите, грушевое дерево. Так что все собираем. Сразу же троих сюда. Мы сейчас будем сбором заниматься. Да. Потому что охотиться это, конечно, круто, но надо и меру знать. Мне интересно, палки когда-нибудь пропадут или они так и будут генериться. Трейдер пришел. Что предлагаешь, дружище? Предлагаешь ничего интересного. Бабусечки. Ну, или горошек. Наверное, все-таки горошек и немножечко... Короче, я не знаю, чувак, что тебе предложить на самом-то деле. Потому что мне, в принципе, все твое барахло не нужно. Так, осел свалил. Охренительно просто. И у нас два очка, потому что мы собрали фрукты, всякую такую вот фигню. и того у нас уже семь. Это хорошо, дело идет не так уж и медленно. И первый раз мы грохнули осла, получили очко. У нас нету кремния. Так, ребята, это плохо, и это плохо. Мы сейчас его можем э, нафармить где-нибудь. Вот это что? Это не он. Это он, по-моему, да? Мне кажется, надо здесь еще сбором заниматься. Смотрите, сколько здесь всего полезного. Поставим сюда задачу. Вот такую, опять же, троих человек. Ну, а это все, по сути, те же самые люди, потому что если там нечего будет собирать, то они... И давайте добывайте, ребята. Флинт нам очень нужен сейчас. Даже вообще, короче, все, все вытащили из этих кучек чудесных Поэтому я надеюсь, что они сейчас вот это выкопают Тоже дядька пошел, будешь луком долбить, серьезно? Гроза идет, ну ничего страшного Ты что-то мимо прошел, дружище Вы кто? Вы дикие барашки Я вас тоже хочу замочить У нас 39 еды, это не так уж и много на самом деле Ребят, добудьте, добудьте флинт. А то, что как-то в... мы не имеем флинта. Ну вот сейчас, сейчас будет, чувак. О, ты не утонешь же, да? Ты что решил плыть вообще? Ты не можешь по берегу, что ли, ходить? Что с тобой не так, друг? Такс, атака. Производится атака. Как ты сюда попал, нахрен? Э -э, я бы на твоем месте не стал с ним рубиться. Ты сдохнешь сейчас, друг. Или нет? Давай, 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 заряди ему. Я в тебя верю, чувак. Кто-то помер. Ну, в общем, да, беда. Начинаем терять потихоньку людей. И это печально. Господи, они разошлись по всей гребанной карте. Не справился. Точнее, она не справилась. Итого у нас уже 25 человек. Черт подери. Все, никакой охоты за пределами лагеря. Я уже троих за сегодня потерял. Но вот этот товарищ, который здесь где-то валяется, он, по-моему, от воды помер. Вот такая беда. Да подожди ты, сейчас мы с Флинтом разберемся. Там его уже должны кто-нибудь покопать. Кто-нибудь покопает его, ребятки? Ребятки, пожалуйста. 10 очков уже имеются. Еще 5, и все будет хорошо. Так, плюс 1. Плюс 1, и это прекрасно. Мы костей там притаранили. 51 мясо и 6 в рыбочке. Кстати, рыбочка, похоже, кончилась, да? Это коллект. А вот это вот рыбка. Да нет, еще есть рыбка, нормально. Добывайте ее. И будьте добры, мне немножечко флинт добудьте. По-видимости, все разбежались на перетаскивание всяких вот этих вот вкусностей и кожи. И не могут, так сказать, к нам прийти. Ну ничего, ждем людей. К сожалению, я 3 очка не получу, потому что, видите, для того, чтобы получить 3, у нас популяция должна быть 30 человек. Так, я понимаю, что у вас его нет. Вы его добудьте, твою мать. Вот здесь, вот есть. Еще плюс 2 очка мы получили за сбор. Чувак, у тебя обезвоживание? У него обезвоживание. Вот от чего помер, тот наш товарищ. Ну, со... Спи, выпей водичку. Куда же ты пошел? Попить. Молодец. Просто вроде бы бутылки есть, а он что-то как-то это... Морально нуле. У вас тут тотемов как грязи, так что давайте молитесь там или преклоняйтесь кому-то. По-моему, вам это помогает. Да, далеко, короче, ходить больше не будем, потому что минус 3 это не круто. Было 27, стало 20... Подождите, минус 2 тогда получается. Ага, за муку еще одно очко получили. Хорошо, что они производят ее. Смотрите, никто не хочет добывать гребаный кремень. Его добыли, не добыли. По всей видимости, мне придется поставить здесь гребаную задачу. Вот так. Отмена операции. Сюда мы ставим двух человек. Добывайте, пожалуйста, кремень. Так, в остальном вроде бы все идет неплохо. Камни у нас уже есть. Мы добыли 100 воды и получили еще одно очко. И что как бы намекает, что мы переходим в следующую эпоху. Бабах! Перешли. Что мы можем теперь? Neolitik Unlocked. Но вроде бы по постройкам ни хрена нету, да? И сажать мы до сих пор. О, металлургия появилась. Вот это прикол. И защита. Угу. Но из новых зданий я ни черта не вижу. Да, вроде она ничего и не давала. Это тоже была только открытая технология. А, вот, домистейшн, э, домистикейшн Хрень Господня открыта Обалденно Теперь мы можем сажать пшеничку Господи, сколько здесь культур А чё, а чё из пшенички-то делается? Дайте глянуть вот здесь Угу, я запомнил какой, какой там значок Вот такой вот а, Нажмите и удерживайте, чтобы создать поле Говорит мне компьютерная игра Смотрите, поля. Да. Ребята, у нас появилось фермерство. Мать его, как это круто! Я хочу еще. Я хочу, я хочу везде и еще. Здесь палки. Так, нам нужно, короче, место освободить. Сейчас мы это сделаем. Задача. Э, где? Вот она. Рубить здесь все. И, наверное, сразу два человека пусть этим занимаются. Давайте. Ща у нас столько хлебушка будет. Шо пипец. Так, вы будете сажать? Вот, кстати, интересно, как работает здесь механика сажания. Будут ли они сажать это весной? Потому что сейчас у нас зима. И, по идее, они посадят все весной и соберут осенью, да? По большому счету. Я не знаю, как это будет, но, в общем, это будет классно. Фермерство. Вы можете создавать еду фермерством, собирая культуры и, короче, трали-вали. Вы можете увеличить эффективность Короче, убедитесь, что у вас достаточно палок Чтобы увеличить эффективность сбора пшенички Угу Так, ребята, а у вас есть, смотрите, что У вас тут есть сток сена Строу, хрен его знает, что это такое Нужно будет почитать И у нас зима приходит к нам Но вроде бы по еде все неплохо При том, что 32 единицы еды Уже готово И э, нам остается только ждать что там, как задача? Никто сюда не приходит на водопой. Походу, они чухнули, что здесь орудует толпа охотников. Давайте сделаем еще одну задачу по охоте. Значит, охота. Максимальный у нее размер. И вот здесь давайте. Вот так вот. Все атакуем, все охотимся, везде все собираем. Блин, я, конечно, не граф, а теребонькал. Но мне чертовски нравится визуал, как это выглядит зимой процедурные тропинки были бы еще шикарнее, конечно, но уж ладно. Пусть так. Вы, ребята, вот, добывают флинт, слава богу, я уже думал, они забили на это. Хорошо, что мне еще повезло, что у меня вот этот кремень здесь находится. Трейдер приперся. Ну, рассказывай. О, Underground Mining. 200 чего-то стоит. Блин, слушай, че это? Я тебе ничего не предложу на 200. Прям вообще не предложу. 280. А если вот на... Так, давайте попробуем. 200, допустим, я тебе дам вот, ж... вот кожу дам тебе, я не знаю, луки дам тебе, дружище. Я дам тебе топоры. Уже 200. Короче, это не количество объектов, которые он хочет за эту технологию. Это ее как бы релевантность, что ли, этих объектов. В общем, короче, прикольно. Мясо, да? А, мясо по единице. Хрен тебе так-то. На бревно. На кости, окей. Надо до 280 дойти. Есть! Underground Mining. Бабах! Мы разблокировали новую технологию. Это потрясающе. Это второй способ, собственно, как эти технологии... Так, к нам... О, господи, все, понеслось, понеслось. Три очка сразу дали. Технологии разблокировали. Что мы можем теперь? Мы можем теперь Flint Mine. Мы можем создать... О, -о, О Мы можем создать шахту на депозите вот здесь. И они будут здесь добывать его. Вот это, вот это мне нравится. Это круто. Вы, ребята, там деревья-то рубите? Что случилось? Ты, ты, ты разлюбил кого-то, собачка? Или у тебя хозяин тебя предал? Что с вами такое? Вас что, надо выгуливать, что ли? Или, может, и хозяин действительно помер? Ну, не, ну, бывает, конечно же, такое. Короче, они что-то распсиховались. Все, все пятеро. Все пять песиков. Не очень, им не очень все нравится. Так, зиму прожили, дали очко. Шахту построили. И все, в общем-то, эту задачу можно убирать. И где она? Потому что я на задачу ткнуть не могу. Итого у нас 5 очков. Скоро будем открывать технологию. Здесь пока, правда, никто не ковыряется. Лимиты давайте сделаем на 20. Пусть собирают. В остальном у нас все прекрасно. И смотрите, у нас весна, и люди пошли засеивать поля. Вон они палками долбятся. Блин, как это классно! Я хочу еще поле, они не рубят нифига деревья. Ну ладно, с одного пока будем питаться. Мне просто интересно посмотреть, как это реализовано. Это ни хрена не бета и не альфа. Это уже прям релизная игра. Посмотрите, сколько контента. У нас с каждой серии все становится все интереснее и интересней. Сейчас я наберу еще 7 очков, и у нас пойдут заборы, ворота, вся фигня. Но, правда, рейдеры пока не приходили, и это меня немножечко не то что расстраивает, а настораживает. А если они вообще сейчас в игре? Вот. Вот в чем вопрос. Ребята пошли охотиться. Молодцы. Еще одно очко за рыбу мы получили. И, по-моему, рыба здесь кончается уже, да? Да, рыба все. До свидусечки, поэтому мы перемещаемся вот сюда. Ловить ее здесь. Да, это определенно одна из лучших городостроительных выживалок, что выходили за последнее время. Я, конечно, не люблю такие громкие слова, но это факт. Это факт. Никаких проблем я вообще с игрой сейчас не, не, не заметил. Растет, да? Растет. Шикарно. Все растет у нас. Осталось только вырубить вот эти деревья, которые, кстати, по-моему, что-то не рубятся, потому что, возможно, я не поставил или поставил. Я ж поставил сюда. Ребята, рубите. Рубите здесь. Ой, не, ни хрена не рубите. Стойте, там же яблоко. Вот это можно как-то сказать, чтобы не рубили это дерево? Только если передвинуть, я понял. Вот так тогда все рубим. Все, кроме... Блин, и там яблони, черт подери. Я понял. По кусичке. Значит, кик. И это тоже кикаем. И вот это кикаем, и вот это кикаем. Нам нужно все эти... Я знаю, что там был тен... теннинг вот этот или тенер. Но нам сейчас важнее освободить территорию для фермы. Вот это мы тоже грохаем. Эту елку тоже нахрен в расход. И вроде бы все. Да. Так, смотрим по статистике. Мясо, вода есть, рыба есть. Все у них нормально. По-моему, на сбор воды нужно больше людей. Давайте двух поставлю. Что у нас тут? Крафтинг идет. Да, они тратят мои ресурсы. В общем, в принципе, этот процесс мы сегодня автоматизировали. Создание там жизни необходимых вещей. Я, правда, там напродавал до хрена, поэтому у нас одежды до хрена. Но вот с кожей это беда. Вот вы повесили? Повесили, все нормально. Кожа висит. Кожа, шкура. Вы поняли, да? Шкура висит, кожи мало. Кожи нет вообще, по-моему. Нет, вот кожа, а вот, да, вот драйскин. Все, молчу. Молчу, молчу. Ребят, спилите это все нахрен, пожалуйста. Вот это, кстати, тоже здесь надо все... О, Серьезно, прямо семейство можно выделять? Класс. Так, а это знаете что? А знаете что? А это привет Дипрейвы. Здесь растут деревья. Деревья здесь растут сами. Блин, это прекрасно. Вот, вот это, по-моему, это идеальная выживалка с элементами градостроительства. Вот я, я, конечно, не хочу загадывать на будущее, но если таким, такими темпами разработчики будут и дальше, да, еще плюс одно очко, можем что-то прокачать. И давайте смотреть, что нам больше всего нужно. Во-первых, можно Прокачать большие вот эти вот хреновинки Вот дальмены доль, можно будет строить, какие-то монументы, каменные круги и роллинг. Ага. И технология передвижения больших камней. Понятно. Откроет эта штука, нам мосты и домашнивание ослов. То есть у нас. А нахрен нам ослы? Что мы с ними будем? Жрать только? Ну, жрать, кстати, тема. Пряжа. Да. Класс! Можно будет создавать шелковую одежду и... Я не помню... А, лен, наверное, да? Это лен. А вот овечки, это клево. Смотрите, можно будет их одомашнить, и у нас появится козел. Угу. Класс! А потом мы можем прокачать дома. Блин, здесь все хочется, понимаете? Fortification. Я не знаю, нужна ли эта штука сейчас, потому что мы откроем сейчас заборы, ворота, watchtower и стена. Э, стена, стена. Да, есть еще weld digging. Это хрень, которая колодец может нам создать. И это очень круто. Если мы будем дальше идти. У нас вода, в принципе, рядом, поэтому колодца я пока точно не нуждаюсь. И... Tetching есть. Hut, storage hut. Воу. Wow. Ребята, посмотрите, сколько это дерьмо открывает всего. Ну, я хочу. Я хочу, наверное, это больше, чем Fortification. Да, беру. Беру, беру. И мы получили еще два очка, пока я там развлекался. И это хорошо. Давайте смотреть, что у нас пооткрывалось. У нас открылась хата. В смысле, избушка на курьих ножках. Я хочу ее поставить куда-нибудь. Вот, нет, здесь у меня не дома а производства должны были быть, я помню. Давайте одну поставим сюда, одну поставим сюда, одну поставим сюда. Господи, я сейчас буду ставить все мои здания. Что еще есть? Есть Гренери. Это типа как амбарчик. Берем. Что еще у нас там есть? Все хочу построить. Это Storage Hut. О. Это, короче, склад, но крутой склад. В принципе, в принципе, я, наверное, прихожу к мнению, что это можно сносить к хренам собачьим. Empty. Вот, можно освободить. Я освобожу, короче, это снесу нахрен. И, в принципе, все эти хатки тоже можно будет сносить и заменять их. Я не хочу, чтобы моя деревня выглядела, ну, типа, здесь ущербные дома, здесь дома получше. Я хочу полностью разнести нахрен здесь все и построить на их месте крутые дома. Что у нас еще есть? Я хочу посмотреть продакшн. Это что? Это мы поняли. Не изменилось? Не изменилось. Блин, ну что-то же еще там вроде было, да? Здесь ни хрена нет. Транспорт ни хрена нет. Рок Пайл, это... Они, по-моему, тоже не изменились. Да, не изменились. Все, ладно, ускоряемся. Смотрите, сколько у нас уже пшенички подрастает. Это прекрасно. Здесь еще я хочу... О, вот видите, новые деревья растут прямо на глазах. Нахрен. Вот это класс. Трейдер приперся. Че продаешь, друг? Технологии нет, по кусечке. Да, я не хочу. Кстати, технология, которую мы открыли, она же открылась, правильно? Вот она, видите? Да, already unlocked. Потрясающе. Вот это мне нравится. Блин, какая же она как крутая, да? Это шикарно. Твою мать, как круто. А постройте дом. Это что? Муд. Глина, что ли? А я могу ее добыть отсюда? Я могу ее добыть отсюда. У нас теперь новая задача, может, есть. Да, экстракт муд добыть э, гребаную глину, добывать три человека двадцать в запасе, М -м, черт подери, еще и глина. Смотрите, какая движуха пошла в нашем поселении. Вот это я понимаю. Они, они поняли, что у нас новый человечек родился Все, пошло развитие Я же говорил, мы в этой серии просто впрыгнем в цивилизацию Заборы, вся херня у нас появились Поля, сельское хозяйство Теперь у нас крутые склады И скоро мы заменим все эти чертовы домики Гребаный осел ушел Офигенно Ребята, я в восторге на самом деле от этой игры Надеюсь, что вы тоже Спасибо, что смотрели Мы с вами уже услышимся в следующей части прохождения Давно of Man Черт, она классная. И прикиньте, если бы здесь еще был мультиплеер в дв два поселения, торговля хол и щет. Вот так. Да, услышимся в будущем. Это и паку покушечки.